Глава округа Андрей Булгаков побывал с рабочим визитом в школе номер 16. В корпусе номер 1 на улице Парковой недавно завершился ремонт спортзала. В прошлом году с такой просьбой обращались родители учеников. Здание школы построено в 1967 году. На спортивный зал приходится, пожалуй, максимальная нагрузка. Он почти никогда не пустует. Теперь он существенно обновился. И отделка помещения, и оборудование, и спортивный инвентарь. Когда приехал глава, в зале шел урок физкультуры у пятиклассников под руководством одного из старейших педагогов школы Натальи Кадулиной. И что сделали здесь с вами? Да все сделали, от нуля, начиная до, вот знаете, все. Дети так рады. Покрытие? Да, резиновое покрытие. Покрытие вот удобно? Это. Очень удобно. Не скользят кроссовочки. Дети вот так мягко падать. Да? Очень хорошо им так понравилось. То есть покрытие шикарное. Покрытие, значит, кольца новые, да? Что кольца, еще? Щиты баскетбольные, стены покрасили. Вам благодарность за долгожданный ремонт в спортивном зале. Дети очень долго ждали, им обещали. И большое спасибо от родителей школы, от детей, что вы откликнулись. Год назад в микрорайоне Жигалово открыли новую школу. В целях оптимизации ее объединили с 16-й школой, и теперь это ее второй корпус. Большое просторное здание на 1100 учеников и снаружи, и внутри выглядит ярко и необычно. Но недавно случилась неприятность – протечка кровли в актовом зале. На совещании, которое провел на месте Андрей Булгаков, подрядчик СК «Молния» заверил, что от своих гарантийных обязательств не отказывается. Недоработки системы антиобледенения кровли сейчас устраняют. К середине марта обещали все исправить, чтобы подобных аварий больше не случалось. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.